я в аду просто все забираю. Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Так, ладно. Все, не отвлекайте, пожалуйста. Сейчас я быстро дойду. Так, еще у меня тут есть дубинка. Костюмы железные, бронированные. Спецназовские. Так, есть контакт. Еда нужна. Ладно, тогда я сейчас пойду быстро еды нафармлю. Еду возьми, у меня нет еды, чел. А, твоя мать едоежка? Нет, мне нужно дерево. Сейчас я прям кракополиночку дерева сделаю. Топорчик сделаю, да. Мне надо дерево сейчас, ну все самое такое простое, основное. Еды и дерево, все остальное у меня есть, я пойду дальше алмазы добивать. Вон, смотри, построю, дал-ка себе. Вон. Смотри, это я оттуда прыгал, у того, сука, ля. Видал? Это я построил вчера. Все. А я не могу пройти. Так, если я бы прошел бы за один бы поток бы эту игру, если бы я включил бы бессмертие. Просто Яша у меня постоянно поджидает и убивает. Мне сказали, там анти-Яша яблоки всякие есть, я их не делал. Но я сделаю. А может быть просто найти, ну, открыть вот эту панель секретную? И себе еды, ну, типа, засамонить или нет? Или это, ну, нечестно будет? Ну да, это уже будет прям не очень красиво, наверное, да? Не расстанут уже сердцединки наши с тобой любви поединки. И только мысли о тебе навеют боль. Мне так жаль, что умерла наша любовь. Ту-ту-ту-ту-тур. Не знаю, есть такая пословица: лучше умереть от недостатка голода, чем умереть от того, что дохуя ешь. Недостатка голода? Это как? Иди нахуй. Не, ну в принципе. Так, построй себе уже загон со всякими животными, размножай их. Тогда у тебя всегда будет. Так у меня батуа есть, зачем мне еще животные? Ха-ха-ха-ха, вилд вилагер. Надо закрывать дыры, чтоб красиво было. Да. Я вообще стараюсь не общаться с людьми, у которых андроиды. Если они типа пишут: привет, как дела? Я просто игнор. Типа делаю вид, что не замечаю. Игнор челов. Слушай, а может секретное помещение не так низко находится? Надо, наверное, просто дальше ставить. Я буду прям хуярить вот так вот безостановочно. Я хочу просто пробить карту всю вдоль и поперек. Ну, чисто пробить полностью ее. Всю карту пробить. Насквозь, чтобы воздух сквозил. Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые: выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированные перчи. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, все это халявно. Нафармить можно буквально, ну, за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. А
Алмазная долина, да, сука? Охуеть. Алмазный рай. Есть секретный туннель найден, Явтунчик. Ой, блядь. Ля, сука, дерется со мной, с воином. Блядь. Пососал твоя мама. Да, блядь, кто, сука, он же взъебал уже. Я пошел отсюда. Блядь, кто меня ебе? Что случилось? Что, блядь, случилось? Что это было? Я думал, Яша хавает меня. Прикинь, засыпала. Как, блядь? В смысле, где я оказался? А как я попал сюда? Я же поверх Аласки шел. А попал в Нижневартовск. Меч алмазный, это must have. По-любому надо. Ну да. Это, давайте еще тогда куплю. Это. Да, купить же, да. Ой. Блин, у меня ботинок нет. Металлические сделают. Смотря. Щит не нужен. Щит вообще здесь, ну, лишнее. Вот уточки где-то. Опа. Вот он. Изи, просто изи, чел. Изи. Ну что ж. Фиолетовый замок, да, должен быть? Принял. Вызов принят, чел. Ой. Как же опасно находиться возле Яшки. Блять. Кто это, блять? Почему я умираю? Почему это происходит? Не понимаю, блять. Чел горит. Комиссарова тоже себе еле сдерживает. Фиксируйте. Чтоб со мной не сейчас сексом. Это чучело либо снова попустится, либо заблудится. Не найдет портал и останется в аду навечно. Ахахахаха.с.циркумфле. Итак, смотря. Вон Эмбер Спирит. Значит, здесь добро. По-моему, я правильно иду, я чувствую. Это он? Это замок? Вот это на него смотрю, вот это есть замок. Да ладно. Really? Яша, прям снизу, смотри, полностью в Яше все. Блять. Блять. Че это было? Ахаха, пи***а, сука. Сука, только не на Яшу, там Яша задрожила, Яшина. Не, мимо. О, новое достижение. Свинячий замок? Mm-hmm.
По-моему, они недружелюбные. В тебя будут ифриты стрелять по три снаряда. Щит блокирует только одно попадание. Дед, я сейчас смотрю у сходии. Жета не фиолетовый, а замок. Слушай, он просто огромный, как моя гамна. Яша, до свидания. А это что такое? Сейчас что за материал? Молоченый чернит. Ой, давай без этого. Только не в Яшу. Мама, мама, мне не хочу умирать, блядь. Да. Сука. Сейчас будет драка. Походу будет драка, мы будем ебать. Я пожилой непритовый мальчик. Блядь. Я нашел секретный сундук, пацаны. Что делать? Стоять смотреть на него или просто пойти попробовать добыть его? То есть, ну, сражаться. Пацаны, давайте не будем вот это. Блядь. 2 хп. Блядь. Пацаны, давайте. Нахуй, идите, родные. Человек, блядь. Пацаны, я сундук почищу. И все. Я сундук почищу. О, блядь. Мама, блядь. Папа. Ты будешь умирать сейчас, говно драное. Хотите смерти, блядь, умрите. Это мое золото. Ебать, золотой блок. Такен блок. Седана как говна. Мама, золотая жила. Щит-то почти сломан, сука. Сейчас драка начнется, походу. А, нехорошие, это друзья. Пацаны, я просто возьму золото и уйду. Опа, привет. Ой, блядь. Сука, чуть в Яшу не упал, родной мой. Блядь, Яша, спаси меня хоть раз. Обидно, да, пидор? А теперь я ворую. Щит почти сломан, сука. Ебать, арбалет! Золотое брюхо, золотой меч, руки с плеч.
Мама, папа даун. Тихо. Яблоко женское, боже. Да, блять, потихонечку. Чё нападать даже? Есть пословица: наспешил, людей намешил. И аккуратненько, чтобы потом нежданчика не было. Пиздюшки, видишь, какие маленькие девочки? Да. А что это такое, кстати? Сгусток магмы. Это как... самые редкие сундуки наверху крепости, но там тоже есть свиньи. Тебя бьют только свиньи с топорами, они самые бешеные. Обычно и бьют, только когда ты воруешь что-то. А я ничего не ворую. Все ты взял. Просто забираю то, что им не принадлежит по факту. Я их сильнее, значит это мое. Все, все. Не респавнятся постоянно, нон-стопом. Тут лаву надо ее закрыть. Как же у вас дохуя, сука. Ебать, алмазы. Аккуратно отбиваемся. Отбиваемся. Нельзя просто так взять и отдать золото. Сосать, не? Какой же я, сука, крутой мальчик, сука. Все просто жесть. Пасики! Сломай клетку. А давайте попробуем это арбалетом. Она не разбивается так. Спектральные стрелы, анальные макрочелы. Пацаны, тихо, тихо, держите себя в руках, я золотую жилу хапаю. У меня просто столько золота здесь, алмазов. Это что? Кузнечный шаблон, незерит. Сука! Я блядь, разграбил! Я в аду просто все забираю! Щит сделать, базара жесть. Давайте решим вопрос. Так. Все это я сейчас просто заберу. Да. Слушай, а сколько золота с этого куска? Из золотого блока? Еве, бать. Я, ну что, сука? Что это было? Ну что, сука? Ой, ой, а кто тут ворует? А стержни в этом замке или нет? Чел. Ой, привет, иди на. Не знаю, как решить этот вопрос. Буду аккуратно действовать. Спешить здесь не нужно. Надо прямо пробежать вот туда. Это же клетка, правильно? Других тут нет. Копай до верхоласки в крепости. Там намного более редкие сундуки. И иногда яблоки лежат. И яблоки на снегу! Стержни в фиолетовом замке. Чё ты смотришь, говно? Тихо. Это так, чтоб не было так страшно. До сюда они не допрыгнут, да? Вон эта клетка.
теперь больше нету, ты это где? Они не будут больше резвиться. Так, обломки улучшают алмазную броню, но их слишком много надо. На них просто забей. Иди ищи сундуки наверху, забей на клетки. Понял, верхоласка. Вот ебать их там. Обидно, да, упали и разбились. Мальчики, мальчики, не бойтесь. Я яшу сразу убираю. Ну, мне нравится. Что выше, тут нет ничего. Я, по-моему, все уже здесь забрал, все, что можно. Чел. Самый верх нужно. Прям выше намного. Там будет минус 300 паром чувака и длинных сундук обычно. Да в смысле? А вот на крыше здания, куда выше. Вон еще есть какой-то типа замок. Или продолжение этого замка, смотри. Вон еще, видишь, еще золото. Вон еще продолжение замка. Я так понимаю, это одна часть, есть вторая еще. Не понял. А чё им не убиваются? Золотой топор? Интересно. А, он сломанный, блин. Ну ладно. По двери загустки это антияши. Вот эти, что я выкинул? Дед, золотые вещи самые слабые. Хуже них только каменные и деревянные. Выкинь золотые вещи, девочка. Не нормально, ребят. Тихо. Хочешь меня как-то оскорбить, называй меня просто Батуа. Есть. Смотри. Ой. Антияши. Узор флага? Не знаю, что это. Ты думаешь, золотые вещи не нужны? Да, да, я тоже так думал. Это антияша, да? Чародейская книга, скорость души. Че, все, типа, это весь замок или что? Хуйня так-то. Да вот мне кажется, вот там тоже что-то типа замка. Что-то непонятное. Ну тут реально они просто коридором не связанные. Вот второй замок этот, внутри секретные комнаты, но до них надо докопаться. Рекомендуется сверху вниз копать этих башен. Идите нахуй, а, клоуны. Я уже вообще заблудился. Вот он замок, это верхоласка его. Вон они злятся, типа. А вон сундук, но это вроде... Ой, упал. Ой, он упал, ой, упал. Дулак, дулак. Ты тоже драться идешь? Или что? А, ну драться хотите, или мне показалось? Я, если что, готов. Так это тут же я где был. Да. Надо идти домой, наверное, блин, выкладывать то, что я нашел. Блять, попал в хуйло.
А хули делать, стоять и смотреть? Ну ты не найдешь, короче. Ты вообще, блядь, копаешь какую-то хуйню. Говорю, копай сверху. То есть где потолок. Прямо все блоки от потолка. Но это очень долго. Да хуй он горит так долго. А как его тушить-то? Что за хуй? Чё, блядь? Почему оно не под... Блядь? Мама, я умер, нахуй! Блядь, сука, блядь! Как нужно было выйти из ситуации, если воды нет рядом? Я не понимаю, за что мне эти мучения, сука? Поспим, да? Ага. Хочу найти то, что потерял. Мама, я побежал в лаву. Точнее, туда вот... Сейчас я найду его. Мама, куда идти, сука? Вортол, сука. Господи боже, если ты здесь... А, во-во-во, Яша, ориентир. Вот я рубил деревья, смотри, нету, не выросли. Вот он, я здесь был, уже Яшки. Вот Яша, вот здесь порт. И уже полпути пройдено практически. А как я буду наверх строиться? Мне же нечем никто ничего с собой не взял. Что делать человеку, у которого нет того, что делать? Баная в рот. Умирать как говно. По! Игра говна. Создатель игры сосал ху, сука. Ха! Сосунка! Ёбая падаль! Эй! Блять. Я нечаянно закрыл. Ты чё издеваешься, хуя? Да, блядь, ебучим стены. Блядь, я же их обработал. Боже, мама! Есть экстрафанты. Самый-самый-самый человек дорогой, самый нежный и самый родной, и самый человек дорогой, ты его когда-то придумал сам. Сами с усами. Я помню эти моменты, я здесь шел когда-то. По-моему, сюда. По-моему, тут-то, да? Да, я тут бурение производил. Да. Ой. Блять, а еды-то нету. Опа, умер. Сука! Где птица? Где? Нету ничего там. Ля, сука, лялюй! Ля. Да, курица ворует, смотря. Вот видишь, курица, ля, сука. Идь, опа, орешки. Все, пришла я. Я пришла, ребята. Все, Светочка здесь. Светусик снова с вами. Па-па-па, привет всем, йоу.
Света пришла с вами. Все, Света здесь. Я Света, я с вами. Все, фимбойчик здесь. Привет всем. Так, ладно, хорошо. Че, все, да? Ага. Ну, ладненько, че уж. Ну, хорошо, я понял. Хорошо, ладно. Я опять потерял все. Не знаю, я слов.